делала. Ну, все говорят четверка. Все говорят четверка, но это 3,5, типа, ну. Ну, я ваше внимание. Даже идет. Все, сейчас подожди. Спасибо большое. Я проверю обязательно. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Thank you very much. Спасибо большое. О боже, как много-много-много спасибо. Прям порадовал. Спасибо большое. Спасибочки большое. Спасибо, молодец. Спасибо большое. Спасибо. Еще, да, дари. Опа, дари. Очень приятно, спасибо. Знаете, я конечно, не выпью. Еще. О боже. Спасибо большое. Прям спасибо большое. Мне очень много пишут, что у меня грудь в молоке. Вот прям очень. О, почти касать. Так, ребята, у меня есть телеграм-канал бесплатный. Давайте, кому интересно, подпишемся на мой телеграм. Пишите мне, пока у вас 9 соток. Пожалуйста, пишите мне. Я всем буду рада, очень всем буду рада. Сейчас, секундочку. Так. А вот вы пишете, что у меня грудь в молоке. А вы что, думаете, что я рожала? Вы думаете, что ми рожала я? Вы думаете, что я рожала? Серьезно? Вы серьезно думаете, что я рожала? Потом говорю, что я сделала себе грудь. А мне говорят, что ты рожала. Как-то странно все. Голос твоего ребенка. Так это не ребенок. Я же вам могу даже показать этот паспорт мой. У меня дети там не вписаны. Еще я могу вам доказать, что это мой брат, потому что этот документы есть мамины. Так что I'm sorry, кто думал, что я мама, я не мама. Ну и тем более, если бы я была мама, я бы, скорее всего, появила бы какой-то контент. Мама и дети, мама и ребенок, мама и подгузники. А так я этого не делаю. Вот. Из-за того, что моя мама работает, у моей мамы свой небольшой бизнес. И пока я дома, она попросила меня посидеть с малышом. Ну, и тем более он уже не малыш, ему 9 месяцев. Он уже кушает, и вот. Поэтому он сидит со мной. А так приходит мама и проводит время с ним. А в телеге просто общение? Или там есть, конечно, и фото есть, и видео есть. Вы можете не задавать вопросы, уделить там минуты 3-4, чтобы зайти, посмотреть. Что-то поздно мама родила второго. А это ж не важно. Либо рано рожают, либо средний возраст, либо поздновато. Так что, извините, кто как хочет, тот так и рожает. Если что, Mother Food таким быть. Какой ты фу. Смотри, чтобы тебе никто там не сломал. Ну, ты понял. Спасибо, спасибочки. Очень сильно приятно. Но на самом деле, если вы пишете, что я мама, мне даже нравится. Это такая, типа, прикольная получается. А, да, я еще знаю, как доказать, что я не мама. Когда женщина рожает, у нее растяжки нет. Ни одной растяжки нет, просто ни одной. И здесь бы у меня тоже были растяжки, но у меня их нету. Потому что женщина, когда рожает, у нее же получается, какие доходы бывают у блогеров.
смотря в какой он деятельности есть. И насколько он раскручен, и тебя именно какая деятельность интересует, или тебе все рассказать. Разрыва тоже нет. Не значит, ты девочка. Я бы вам показала свою пизду. Просто твоя деятельность. Ну вот сейчас моя новая деятельность по доходам — это бинго. Официальная ведущая, получаю зарплату официально с 5 по 10 число. Я выполняю здесь план и получаю зарплату как человек, который ходит на работу. Также я получаю там, ну, кто-то может просто задонатить на карту. Это небольшой, но доход. В будущем я, конечно, буду развиваться и заниматься не только этим, у меня будет доход больше. Раньше до СВО я вела Инстаграм, это была реклама, это были донаты. И короче, здесь очень классно продвигаться в бинго, потому что тут можно получать как самая маленькая зарплата здесь 7 тысяч, самая средняя 34, самая высокая там, по-моему, 2 миллиона 700 или 2 миллиона 400 можно получить в бинго за месяц. Привет. То есть в бинго, в принципе, можно, если ты прям будешь стараться здесь сидеть, вести какую-то определенную тематику, то ты заработаешь вообще и на машину легко, и на квартиру. Но это зависит от того, как ты будешь стараться. Вот я поэтому хочу сделать какой-то контент, чтобы здесь зарабатывать прям много. Я вот, например, с марта здесь. Пиши ей в личку в ТГ. Я думала, это мой ТГ написали, уже напугалась. Можете в бинго написать, потому что важно, нет моего телеграмма у многих. Ой, вообще, я когда узнала, что в бинго зарабатывают, типа семья, работа, официальная зарплата, я не поверила. Потому что меня в Орифлейме не получилось, там не получилось. Я такая, не верю, но решила попробовать. Первый месяц я не сильно старалась, и моя зарплата здесь была 2302 рубля, по-моему. И на следующий месяц у меня уже зарплата была 9300. И в этом месяце я пока не знаю, сколько сделаю. Вообще хочу 1040 заработать. Не знаю, получится, нет. А фишка, как тут заработать, чтобы много зарабатывать, бинго нужно. Нет, не только. Нет, я видела, как и мужчины наши зарабатывают. Кто-то показывает, как они там ездят, катаются на Байкал, еще куда-то. Кто-то собирает конструктор, и им прям донатят. Кто-то просто общается прям 24/7, и им просто приходят большие донатеры, и могут за один раз задонатить 1100 бобов. Кому-то 500 тысяч бобов могут за раз задонатить. Вот. Так, как твой ТГ узнать? Напиши мне, Алексей, и я тебе его дам. Потому что лично почему-то не находится мой канал, который совершенно бесплатный. Так, давай на всякий случай я тебе напишу, потому что мне... Ой, добавлю тебя в друзья, потому что я тебя не вижу. Это бывает редко. Это бывает... Я не скажу, что это редко. Я слежу за девочками, ну и за мужиками. А время от времени я уделяю время, чтобы посмотреть. Я могу сказать так. Я 2 месяца смотрю за ними, и вот каждый делает в месяц по 120 тысяч бобов и больше. То есть по нашим рублям, это очень много денег ты зарабатываешь. Я просто не знаю, не смотрела такие большие зарплаты, потому что я еще не выполняю этот план. Доходы у ведущего нестабильные. Не у всех. У некоторых стабильные. Все же зависит от того, как ты поработаешь. В любом случае, 1030-35 заработать дома можно. Не стараясь, а просто сидеть тупо говорить. Чем удивляешь тут? Пока еще ничем.
Время от времени танцую, болтаю, чему-то учу, что-то полезное могу рассказать и пошу.